Ребята, добрый день. И сегодня мы не будем гулять по городу, а просто мы сегодня приехали на базар Кальварийский. Ну, тут продают бабушки. Разные такие курочки. Цветы. И я хотела купить тюльпаны, но почему-то их нету. Не знаю почему. Так. Мне нравится, что здесь скрытый базар. И если дождь, то можно просто здесь погулять. Ну, первый стол — это сухофрукт. Орехи, чернослив, орехи. Она каржевая, 12 евро килограмм. Лесные по 12, а вот без скорлупки 16. Грецкие по 13. Ну, цены такие, знаете. О, посмотрим, почем клубника. Так, цены нет. Вот я люблю такой виноград. Да. И смотрите, какой выбор чернослива. По 10, по 7,50. Но я только не понимаю, почему нету цены. Надо спрашивать, наверное. Грецкие орехи по 3,50. Ну, тут также продают консервы. Своего консервирования. Ой, виноград по 5 евро. Да. Смотрю только цены на орехи. 4,50. Так, салат — это не наш, это привозной. Так, голубика по 14 евро, но она всегда была дорогая. Так, клубника по 2,50. Полкило. Ну, здесь 2,49. 2,49, ладно, один. Так. Вы знаете, где большая цена? Там уже стоит цена за 500 грамм. Допустим, вот голубика. 7,50. Уже, если начинаю считать, то не 14 евро, а 15. Виноград по 6. Мой любимый виноград по 6,49. Мандарины 3,49. Огурчики. Помидоры 5,99. Вот эти вот вкусные желтые 4 евро килограмм. Чеснок, сушеные грибы, салат привозной, укроп, петрушка. Помидоры — очень большой выбор. Так, пошли дальше. Ну, здесь продают разную мелочь, кастрюльки, ножи. И здесь можно купить различные мази из Беларуси, лекарства какие-то. От желудка, витамины, приправы, мыло.
Ну, все торгуют то, чем может. Ну, вот этот парень, он продает исключительно товарами из Белоруссии. Конфеты. Итак, я, наверное, так, ну, чуть-чуть покажу одежду. То есть одежды тут очень много, и я, наверное, не смогу выбрать то, что вам может понравиться. Вы сами должны приехать и посмотреть. Ну, что мне вот упадет в глаза, то я и буду показывать. Вот этот халатик. Красивый такой, бирюзовый цвет. Мне бы не мешало в брюки посмотреть, но я, наверное, вряд ли тут что-то найду. Ну, вот мне понравилась вот эта блузочка, совсем ничего такая, с брючками. Рукавчик такой, как я люблю. Ну, такая спокойная расцветка. Красивая вот эта блузочка. Ну, еще мне понравилось вот это платье. Оно такое вот тонкое, шифоновое. Вот такой красивый цвет, плиссировка внизу. Вот это ничего тоже, но цвет. Такое, кому нравится, тоже вот неплохое. И вот курточки. Это такая тоненькая. Ну вот какие-то новые жакетики появились такие вот. Ну, халатики вот эти новые расцветки появились. Такие тоненькие, теплые. Ну, вот этот мне понравился, бирюзовый. Так, ребята, я на базаре, я знаю места, где продают хорошие вещи. И поэтому... Так, а что же нам тут надо, посмотрим. Конфеты. Рис. Сгущенка. Ну, все такое вот. Чипсы. Я чудово. Мармелад. Нет, различные мази, таблетки можно купить в Беларуси. Конечно же, цены намного в 3 раза дороже, чем в самой Беларуси. Но, а с другой стороны, если так подумать, съезди, граница, посиди 24 часа в этой машине, заплати за билеты. Очень дорогие билеты. Билеты по 30 евро. И, ребята, здесь очень много павильонов на Кальварийском базаре. Здесь продают продукцию с Польши. Колбасы, сосиски, конфеты, различные пирожные. Также вот кондитерские цеха пекут различные печенья, хлеб, батон. Ну, цены такие, как в магазинах, но зато всегда свежие и вкусные. Вот формовой хлеб я очень люблю с маслом.
Вот, вот этот. А, здесь пекут курицы. Вот тут вот пекут гриль курицы. И сейчас скажу, короче, один цыпленок стоит 8,90. Половина стоит 4,70. А вот здесь вот продают различные деревья, цветы, клубнику, рассаду. Можно купить все, все, что хотите. Сумки. Сливы, персики. Цветы разные. Я забежала вот в это бистро, где можно взять горячее блюдо плюс рис и плюс салат, стоит евро. Раньше здесь был китайский ресторан. Ну, такие вот столики, стулья. Там вот второй зал есть, туалет. И я взяла черный кофе. Кофе. Так, мне бесплатно дали конфетку. И я купила клубнику, но покупала немного. И воду пью. И еще я взяла, ребята, вот такой сок. Такой сок. Свежевыжатый. Это киви, грейпфрут, вот эта картошечка, которая понижает сахар, и солера. Ну, выпила полбаночки. И кофе, кстати, подается вот в таких вот фирменных чашечках Лавацца. Ну, и просто зашла сюда, потому что так уже устала чуть-чуть, на улице жарко. И поэтому просто сюда зашла переотдохнуть. А вот тут через сетку другое кафе. Было этот армянское кафе. А сейчас вот там что-то у них поменялось. Столы там, кухня, на кухне там что-то поменялось. Не знаю почему. Вот, ну вы сами видели, что на базаре очень всего много, и я это все заснять просто не могу, потому что, как вам сказать, я в колбасном отделе стала снимать, сразу стали там кричать, снимать нельзя, ну естественно, я уже там и не снимала. И то, что мне более-менее понравилось, я вам показала, сняла так вот, знаете, как на каждый товар есть свой покупатель, и поэтому у меня, допустим, одни там замерки, один вкус, а у вас может быть совсем другой. Поэтому, то есть, многие вот спрашивают, как доехать. Доехать очень просто. С вокзала идет первый Г-скорый, останавливается прямо около базара. То есть базар прямо около улицы, потом идет 53-й. Вот если скорый, то первый Г. А так еще 53-м можно доехать именно с вокзала. То есть, если вы приезжаете, вы садитесь на 53-й автобус. Там, то есть, эта остановка даже недалеко от автовокзала, от ЖД. Билетик покупаете в автобусе и едете прямо на этот базар. Вот, кофе очень вкусный, поэтому я сюда иногда захожу. Здесь работает моя знакомая, и вот конфетку получила.
Я люблю черный кофе. Хороший черный кофе, потому что белый я не чувствую вкуса кофе.